Ну что же, девчонки готовы, и сейчас директор бутика «Пошлый Мишка» Михаил Клочков будет судить девочек. Я думаю, вы справитесь. Постараюсь, слишком много красивых девушек. Отлично. Ну что же, первый батл между Лизой и Лизой. Начнем. Победила Лиза. Следующий батл между Катей и Аней. Поехали. Победила Катя. И победила ничья. Ну что же, вы уже заждались. Наша последняя сладкая парочка – это Калина и Екатерина. Ну что, поехали. И в финальном батле у нас победила Екатерина.